Это была бомба. Всем привет, дорогие друзья, с вами Максим и очередной эпизод видео прохождения игры Batman Arkham Knight. Посмотрите, какой элегантный красавец в этом костюме прямиком из Batman Arkham Asylum. В предыдущих видосиках мы доставляли этих клонов Джокера, которые заразились его кровью, стали превращаться в мини-версии отъявленного ублюдка. Вот, теперь нужно в общую комнату сбора прийти и там порешать вопрос вместе с Робином. Возможно, будет какой-то конфликт между двумя супергероями. Что за дрянь? Кровь? Краска? Нет, Харли не может быть нормальной. Здесь не пройти. Нужно скрыться от их взора. И только потом сообразить, как же действовать далее. Вот. Здесь есть точка входа. Пока они отвлечены. И не увидят, как Бэтмен подбирается к ним со спины для того, чтобы воткнуть хорошенечко наших противников. Да, нужно использовать... какое-то там оружие, которое приказывает... А, да, у нас же был модулятор голоса Харли. Прикажем им открыть ворота, все будет нормально. Дистанционный... Как он там называется? Он речевой синтезатор. Ты иди открывай ворота. He figured I could handle you by myself. He doesn't take you very seriously. Neither do I. Ooh! He's asking for it. Oh, think you're funny, huh? Open the gate! For real this time! If you think you're taking him back to the cells, think again! He's got the Joker in him. They all have. That means they're mine! I'm taking him! Now that would be highly irresponsible of me to allow that to happen. Batman took Mr. J away from me once already. He ain't gonna do it again! You hear that, Batman? I know you're out there! Yeah! Where are you, Bat Freak? What, afraid to face us? How about that? You're a trigger pull away from getting your little mighty brains blown. Вот так вот. Тут бы самое время ей напинать по сиськам. Ох ты, ни хрена себе. Какие опасные черти со своими ножичками атакуют Бэтмена. Некоторое время не заходил в игру, поэтому получаю пару раз по шапке. Ничего не поделать. Свыкнуться с местной системой управления не составляет особенного труда, но все-таки нужно пару секунд времени, чтобы приспособиться. Обратили внимание, какой скин у Робина, да? Отличный. Он и не лысый, и не волосатый. Он... дивный красавец. Давай парный решающий удар применим. Быстрый ледяной удар. Замораживает. Ой-ой-ой, сбили с ног. Разгон взял противника и фактически гарпуном атаковал Бэтмена. И парным ударом можно закончить с жизнью еще одного бандита, отправив его не просто в нокаут, а на больничную койку, откуда он сможет выбраться только в состояние овоща. What can I say? I'm irresistible. We need to get back to the cells. You take Albert. I've got Quinn. Неотразим ты, слишком преуменьшаешь свою крутость, Робин. Иди сюда, я тебя поглажу по головке. Можно подобрать Харли? А как же настучать ей ногами по сиськам? Бэтмен подобное не будет практиковать. О, прямо на жопу можем посмотреть высокополигональную. А зачем-то Робин взял... Ну, видим, да, все прекрасно понимаем. Бэтмен взял жопастую Харли, а Робин большого негра. Видимо, этим ограничивается его интерес. Тут опасная коробочка.
Надо бы мне чем-нибудь выстрелить, потому что если наступить, скорее всего, будет мне не очень приятно. Но я попробую. Она не взрывается почему-то. Идем дальше. Можно посмотреть на жопу. Гладкую, приятную. Обтянутую этим костюмом. Don't move, Robin. You killed them, didn't you, Henry? Oh, Bats, you're so easy. Desperate to see the good in people. Especially when they're bad. Huh? Honey, I'm home! Activating jailbreak protocol. Oh, I guess we now know who reprogrammed your security. Now, if you would be so kind, go join your friend over there. Go to hell. Now. Nice move, Henry. Your turn, Beth. Evolution's a funny thing. No matter how many obstacles get in its way, the strongest always survives. Still, you know what they say about evolution? Even amoebas can do it. Purifying the gene pool. Even I don't know which side to root for now. Goodbye. It's been educational. I changed my mind. Kill, kill, kill him! Now that's unexpected. You're gonna be spectacular. You're the last Joker. That other cell's for you. I need to stop Scarecrow. When I'm done, I'm locking myself away. What if you fail? You'll be too dangerous. I won't be able to stop you. Сможешь, Робин. Молодая кровь всегда побеждает. I'm not going to do this. И куда ты пошел, парень? Хочешь запереть себя в клетке? It's the only choice we have left. That's a defeatist argument, Bats, and you know it. Так, а у меня есть выбор сейчас? Чем заняться среди гор этих трупов? You need to do this. Ладно, хорошо. You're the boss. Или нет? Don't tell you what to do. You can't stay out here. It's not safe. А может, по щам ему... А, нельзя. Да пошел ты в жопу. Я... Куда? Закрыл дверь. Я собирался повеселиться. Нет, меня принуждают в эту камеру заходить. Да-да-да, справишься ты, Робин. И с Пугалом и со всеми остальными злодеями, конечно. Принуждает меня молодой пацан. I'm sorry, Bruce, but it's the only way. I know, Tim. I'll stop Scarecrow. Master Bruce, I'm reading multiple militia forces converging at your location. It's the Arkham Knight. He's found you. I'll take care of it, Alfred. Are you sure? There are rather a lot of them. I said I'll handle it. You'll be fine.
Of course I will. You train me. А чем мне здесь заниматься? Сходить с ума и постепенно превращаться в Джокера? Ну же, Бэтмен, неужели тут нет способа расслабиться? Посидеть, постоять, куда-нибудь понажимать, интернет хоть бы дали, чтоб я развлекался спокойно. Don't worry about Robin, Batsy. I'm sure he won't die. Well, fairly certain anyway. Hey, I never finished my story about Jason Todd, did I? Почему-то я могу спокойно выйти из клетки? Что за ерунда? Ну давай, клоун, начинай свое представление. Have you got something to tell the nice man, Jason? My name is Jason Todd. Who do you hate? Batman. Excellent. Of course you do. Did you get that, Bats? Kid's not yours anymore. He's mine. Mine, mine, mine. To do with as I wish. Hey. I never asked. What's the big secret? Who is the big bad bat? His name. Tell me. Of course, sir. It's... Never could stand a tattletale. That's why I like to work alone. No one to spoil the punchline. You should try it sometime. After all... You've seen what happens when you drag your friends into this crazy little game of ours. В конце концов, Джокер его сделал покорным, что тот был готов рассказать любой секрет Брюса. Сука, даже напинать по яйцам этому клоуну не можем. И принести сюда темную справедливость также. Может быть, Бэтмен обратно в камеру сядем, пока мы тут не свихнулись потихоньку. Так нет никакой надежды, получается. Слышим в голове голос Робина. Подожди-ка, ты уже пришел? You don't need to do this! Alfred! Alfred! You son of a bitch! You cut my communications! Не понял, когда Робин успел вернуться? Sir, are you okay? I've lost communication with Robin. Is he all right? He's fine. Faulty comms unit. I'm looking at him now. Thank God. With all that's happening, I feared the worst. Speaking of which, the Arkham Knight has ordered a squadron of tanks into the city to lock it down and reassert control. Thankfully, the weapons generator upgrade you requested is ready for collection. Thanks, Alfred. Вот сейчас я немножко не понял. Либо Робин успел вернуться, либо у нас тут какие-то проблемы. Проблемы, в общем-то, с восприятием реальности. Давай, добьем! Робин рассказал ему об Оракуле. Tim, there's something you need to know. Something's happened. No, not her. Don't say it. Barbara's... She's dead. I'm sorry. Let me out. I can't. They're targeting everyone close to me. I won't let them get you as well. Bruce, please. I have to do this. No. You son of a bitch! How dare you! You don't get to decide! Get away from me! Go! Расстроился немножко наш великолепный мальчик. Поплачь себе в жилетку. Hang on a gosh darn minute. If Henry wasn't immune to mad clown disease, then that means
There is no cure after all. You had Featherhead slaving away when he could have been saving Barbara. Очень смешно, Джокер. Selfish and had horrible consequences. Oh, if you only meant it. Now come on. Let's go show Gotham what a real dynamic duo looks like. Новое испытание. Полным-полно опасности сейчас, которая подстерегает нас в Готэме. Что тут у нас в задании? Нужно установить новый модуль, да, на мою тачку. Тут нехороший молодой человек есть. Что, он один-единственный? Датчик давления загадочника. При включении активирует ближайшие механизмы. А, нет, не-не, меня не механизмы, меня интересует вот этот молодой человек. Который вовсе не человек, а робот сраный. Да, с зелеными роботами справляется Бэтмен, с красными кошка, которая все еще находится в заточении. Взяли голову, похожую на маску хоккеиста. This chip will let me mimic Riddler signals and give commands to his robots. Ну вот это уже интересно. Но применять всякие штучки-дрючки не в моем стиле. Мне нравится топорное прохождение. Еду-еду я прямо к миссии. Что здесь у нас? Ах, ну да, установка нового оборудования. Продвинутого и мощного. Везде у Бэтмена есть специальные пещеры, специальные комнаты для апгрейда своего танка. Один модуль заменили на другой. Что нам это дает? Орудийный генератор. Ясно, повышает убойную мощность орудия до предела. Клево. На максимальная мощность. Интересно, будут ли последующие апгрейды танка? There are two new situations developing that may require your attention. Firstly, I'm detecting unusual seismic activity on Miagani Island. Also, I thought you should know I've been unable to contact Lucius for some time. Highly unusual behavior for Mr. Fox. A visit to Wayne Tower might be in order, just to make sure nothing untoward has happened. О нет! Моего нигера-конструктора! Какая-то опасность поджидает, друг в беде. Новое задание, дополнительных не счесть, фактически. Выясните, почему Люциус не выходит на связь. Осмотреть последнее местонахождение. Все больше и больше дополнительных заданий. Думаю, что сейчас туда двинемся, посмотрим. Лифт подземного этажа. Нитро врубаем. Ух ты, как мощно. Давай, давай, разоружение выполним. Отправим вирус, и сейчас начнется. Небольшой, ой, нифига небольшой. По-моему, офигительно большой отряд. Да, давай, 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 захватим. Один танк, и начнем. Да, блин, какая куча противников. Главное, свою броню беречь. Он, маневрирую. Вроде бы иногда успешно даже. Либо противники круче стали. Либо я не знаю, что происходит такое. Так, давай, давай, давай. Мне больше помощи нужно. О, два беспилотника. Всего четыре сейчас работают фактически на меня. Бах. Либо раньше... Да, скорее всего у врагов произошел некий апгрейд. Кажется, раньше они дольше думали. И размышляли над тем, стрелять ли в меня или нет. Ухожу. Моментально ухожу с линии огня. Вот так вот. Мои беспилотники, походу, уже начинают дохнуть. Потихонечку.
Там двое. Тут стреляют. Одна опасность. Давай, 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 взломаем кого-нибудь. Хотя их всего лишь трое осталось. Ну что, лишняя помощь не помешает. Мне нравится, что прямо два беспилотника подряд начинают... Так что я там говорил? А, два беспилотника начинают на моей стороне сражаться. Это с определенным улучшением пришло. Ну вот, разоружение было выполнено. Ищем, пытаемся выяснить, где же он и что случилось. О, уже в форме Брюса Уэйна. Забавно. Впервые такая честь, да? Мистер Уэйн? Я думал, что вы смогли выйти. Это звучит ужасно там. Что мы будем делать? Не волнуйся, это будет скоро. Ага, скоро все закончится, когда я стану Джокером. Зелеными волосами и кровавой улыбкой. Тогда действительно все закончится. Что же нам нужно сделать? Может, компьютер потыкать? Посмотреть, он же должен был узнать. Вернее, оставить какие-нибудь зацепки. Мне это не нравится. Мистер Уэйн, я только закончил закрывать здание. Что-то не так? Anything I can help you with, sir? I didn't think you'd be coming back here tonight. Is there something I missed? Identity confirmed. Good evening, Mr. Fox. Кажется, Брюс сходит с ума по чуть-чуть. Возможно, это не настоящий. О, ни хрена! Что мы видим? Это был не Брюс Уэйн. Это была какая-то печаль. Вонючий хаш. Alfred, I'm at Wayne Tower. We had an intruder earlier tonight. He's taken Lucius. My word. Any idea who it is? The identity thief. Thomas Elliot. The surgeon? Good lord, I remember when the two of you were inseparable. In a way, we still are. He reconstructed his face using grafts from his victims. He looks identical to Bruce Wayne. Why on earth would he do such a thing? He says it's personal. I'm about to find out why. Don't do anything you might regret, son. Секретарша жива, здорова. Брюс Уэйн's gone crazy. He's taken Mr. Fox. Please do something. Да не Брюс это был, глупая баба. Let him go. We are just negotiating, aren't we, Mr. Fox? I have a job for you, Batman. Bring me Bruce Wayne, or I bring down this tower. Why Wayne? The two of you are friends. That brat's family destroyed me. And now, I will destroy him. The Wayne stood by you. Ah, yes, the great surgeon Thomas Wayne. To think he was once my idol. Until he ruined everything. He did all he could to save your parents after the crash. I'm sorry you lost your father. But he saved your mother's life. He denied me what was rightfully mine. The car crash wasn't an accident. It was you. You wanted to kill them. I only want what I deserve.
Bruce Wayne had his riches handed to him on a plate. He never had to fight for anything in his life. Now bring me Wayne, or I'll destroy this tower and everything he stands for. Take your best shot, Tommy. Bruce, that's impossible. I should have... He's getting edgy. When he turns the gun on me, I'll have a split second to disarm him. Too early and he'll kill Lucius. Too late and he'll get a shot off. Kill him. I'll do it! Словно самураи выждали нужный момент. My apologies. Rest assured, I'll be reviewing our security. It's all right, Lucius. Are you hurt? I'll be fine, Mr. Wayne. I guess that makes me the lucky one. It's not your fault, Lucius. I can't take him to GCPD. Have him locked in the vault here. Of course, sir. Leave it to me. Alfred, I've detained Elliot at Wayne Tower. I'll have him brought to trial when this is over. Oh, thank God. And what of Mr. Fox? He's fine. Oh, that is good news. We'll ensure Mr. Elliot sees justice for his crimes when this is over. Завершили маленькую миссию с Хашем. Несмотря на ее скоротечность, очень добрая, приятная, мне понравилась. Поговорим с нашим конструктором. Close call. Maybe that suit needs another upgrade. I guess now we know what happened to the identity thief you were tracking in Arkham City. I gotta hand it to him. He had me fooled for a minute there. It never ceases to amaze me the length some people will go to pursue some twisted notion of revenge. I'm sorry about the decanter, sir. I know it belonged to your father. I guess now we know what happened to the identity. Всё. Реплики у него все извлекли изо рта. Чё там, секретарша, всё норм? Или она уже обосратушки-перепрятушки? I can leave via the balcony in the main office. А, я хотел тем же путём выйти. Сесть на Бэтмобиль. Спокойно покататься. Нет, нужно выбираться через окно. Обратите внимание, что дождь больше в этом помещении не идет. Помните, один из разов, когда я посещал Люциуса, он прям здесь стоял, находился, капали на меня капельки. Было как-то не очень прикольно. Немножко полетать, осмотреть территорию. Вон там какой-то пожар есть. Надо разузнать, что происходит. Может быть, светлячок уже нагрянул, и его пора поставить на место. Ух ты, что тут не могу своими крылышками толком управлять. Вон, вон, вижу пожар. Да, это светлячок, однозначно нужно его преследовать. В конце концов, замочить. Готэм в огне. Это миссия с Бэтмобилем. Тут очень мощное преследование. Так, не, это что-то не то. Мне давайте Готэм в огне. Сейчас он вылетит. Мы будем лететь, лететь за ним, а потом мочить. Ну, светлячок, покажись. Говнюк такой. Несколько раз его нужно мочкануть. И тогда миссия с ним будет... О, черт возьми, завершена! Не туда нажал фактически. Ох ты, блин, он от меня уже уходит. Ой, печально. Печально, печально. Сука, доедь ты, ссаный Бэтмобиль. Надеюсь, он решит где-нибудь кружить. Да, по одному району, для того, чтобы я смог адекватно его преследовать. Тут
везде огонь. Может, Бэтмобиль повредит мою броню? Хорошо, что я его прокачал. Квадратик нужно зажимать для того, чтобы ручным тормозом пользоваться. Давай-ка, Бэтмобиль. Переворачивайся. Дрист необходим везде и всюду. Правильно, Бэтмен? Там король дороги стал доступен, но у меня другие занятия. Преследую светлячка. Ну, началось все непросто. Нужно оставаться у него на хвосте, чтобы в конце концов сделать мощный удар. Ай, в огне. Он там что-то насмехается надо мной. Над моим стилем вождения, очевидно. Что, в этом с ним я полностью согласен. Еще больше королей дороги стало доступно сквозь огонь. Оставляет после себя эти выпуки. Блин, кажется, упускаю. Не-не-не, преследую. Не уйдешь. Давай прямо в рожу со всей жестокостью темного рыцаря. Неплохо. Правда, сначала немножко накосячил. Just like the last time. He's attacking fire stations. Perhaps he takes their work personally, sir. Keep tabs on the other stations, Alfred. Let me know when he strikes. Over here about Team 7. Haven't heard that name in a while. Some serious stuff. What happened to those guys? Dropped off the grid. No one knows for sure. There's a splinter group, all female. В следующий раз будет последним. Со светлячком я имею в виду, конечно же. Очередной эпизод видео продолжаем Batman Arkham Knight, посвященный по большей части дополнительным миссиям. Скорее всего, в следующем будет то же самое. Дополнительная миссия. Потому что сюжет как-то слишком стремительно идет. Все, чуваки, с вами был Максим. Всем спасибо за просмотр.